ку-ку, ку-ку, кто это там подглядывает, ку-ку, нос такой, глаз, ку-ку, давай скажи что-нибудь, ругайся что ли, шпион. Мы зашли в новую Пятерочку, Азимыч, такой классный вообще, есть аппарат самим делать сок, там апельсины, вот все спускаются, здесь вот самим надо их выжимать. И бутылочки прямо есть такие. Вот 149 рублей всего. Вообще классно. Тут же вот прям такая барная стоечка. Можно сидеть, покушать. Кофе. А, вот, я думаю, как платить-то? Кофе вот. Прям супер-пупер. Детский какой-то уголок. Вообще, если не знать, что это формат Пятерочки, можно подумать, что это какой-то вообще крутой магазин. На Спар похож своим устройством. Все очень аккуратно, красиво. Выкладка такая хорошая. Прям очень хороший магазин. Ребят, всем привет. Идем после работы. Зашли, как обычно, в наш любимый перекресток. Короче, иду, смотрю, такая мини-курица. Это не мини-курица, это перепелка. Это перепелка. Он такая, покажи перепелочку. Ну что ты трясешь? Такая маленькая-маленькая курочка. Вот по сравнению, то есть, вот, с мужем такая малюсенькая перепелочка. Это что? Что, подожди, не выключай. Перепелочка, кстати, это сколько стоит? 500 рублей, по-моему. Ну, смотри, что я купил. Что это? Сейчас что-то гадость какую-то скажут, чувствую. Никакой гадости. Никакой? А, нектаринчик. Не надо говорить гадости. Нет, а что ты ржешь? Не знаю, такой симпатичный нектаринчик. Что-то он тебе напоминает, да? Явно. Нос, точно нос, персик с носом. Пошли. На улице так сейчас темнеет рано вообще, все. Что-то время уже 9. Не 9, неправда, 8 час. Очень рано стало темнеть, как-то так непривычно, уже так не веселенько, не как летом, да? Даже желания погулять нету. Какой бухнешь? Кому что? Вот. У нас сейчас будет американский ужин. Мы купили стейки. Да, фигушки, стейки ты зажала. Нет, стейк. Свинину, а ну, фон, вот зачем, зачем ты палишь конторвы? А так мы с духа... нормальную брать стейки, а не вот эту свинину по распродаже. Фигушка сдохла там где-то, где-то в заднем дворе. Ну ладно, дед, так мы сейчас из этого кусочка нарежем такие же стейки. В чем проблема? Какая разница, нарезанные кусочки или мы сами их нарежем? А? Из дохлого поросенка? Да? Ну почему она сдохла? Там акция. Акция на свинину подуховую. Церковь так красиво светится вообще. Пошли, красиво. Да. Еще жарить надо. Кстати, автомобильный салон вовсю работает. Прям чувствую, у них продажи прут, потому что приезжают сюда постоянно машины. Машины с машинами, короче. Как называется машина с машинами, которая возит машины? Автовозы. Автовозы? Приезжают автовозы, привозят машинки разные. Постоянно у них там народ сидит. Короче, бизнес прет, чувствуется. Бизнес, кредит. Ну да, нет. Как переехали сюда, в центр города, так все поперла. Были они на отшибе у нас там в конце. Все в дырявых трусах, но зато на машинах. Кстати, еще такая новость. Смотрю, вот вечером хожу. Ремонты начали делать. Да, в моих любимых домиках ремонты начали делать. Ой, слюнками подавилась. Да что это такое? Что, стейк представила? Да, стейк представила. Вон окна светятся, все. Скоро ремонты поделают, домики будут красиво светиться. Блогер в доме, горе в семье. Пошли домой жрать. Кстати, что хочу проверить. В общем, как полезно все-таки смотреть YouTube. Смотрела тут один канал, который не буду рекламировать. И, в общем, там она, короче, купила новую камеру и начала снимать. У нее, в общем, все зеркальное было. У меня тоже есть видео там зеркальное отражение киоска. А? Нет, подожди. И вот я сейчас хочу посмотреть. О, сейчас посмотрим, короче, приду домой. То есть у меня нормально будут названия или зеркальным? Я, по крайней мере... Ну, большая разница. Я, в общем, зашла в настройки, там в комментариях ей написали, в общем, что делать. Зашла, тоже убрала вот эту зеркалку. Сейчас посмотрим.
в общем, это помогло или нет. Что-то я задыхаюсь уже. Вот она усталость, нельзя работать. До седьмого пота, так сказать. Да ты работаешь до седьмого пота. Ты работаешь до седьмого пота. От работы, короче, кони. До первого доработай. И кони дохнут, и все такое. До седьмого. Нет, подожди, еще. Работа, значит, не волк. В лес она не убежит. Это самые мои любимые все. Эти, как называется-то? Ну, вот эти все. Поговорки, да. Поговорки. Мне все, у меня уже к вечеру башка. Только встала, уже устала. Да, 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 да. У меня, короче, стажер, я вымотался, как вообще, как собака. Пока обучишь, пока что-то голову вобьешь, очень сильно устала. Ни язык не ворочится уже, ни сама. Это что за песня? ДДТ. ДДТ? Про осень? Конечно. А мне нравится, голуби летят над нашей зоной. Охренеть, вот она где правда-то вылазит, блядь. А я думаю, что... Ой, блин, я чуть не улетела. Я думаю, что это у меня с женой? А у нее, оказывается, голуби над ее зоной летят, бля. Нет, да гребаные полицейские лежат, и сейчас их не видно. Я каждый раз иду, каждый раз одни спотыкаюсь. Смотри, киска черная. В общем, хочу похвастаться своим богатством. Ксюша смеется, он говорит, богатством. Это мои богатства, труды мои. Насолил помидоров с огурцами. Помидорки вот эти вкусные такие будут. Там, короче, они... с подсолнечным маслом, чесночок такой вообще суперский. А вот эти огурцы, они вообще будут улетные. Там, короче, они такие, много сахара и много уксуса сюда кладется. Вообще обалденные. Компотов целую куча. Завтра еще буду делать личо и кабачковую икру. Короче, к самоизоляции очередной готовы. Да, у меня, кстати, новость такая еще радостная. У нас отопление дали. Ура, ура. Мы, короче, в шоколаде вообще. В общем, пожарили мы стейки. Мы? Ну, мы пожарили стейки. Ты пожарил стейк. Так правильно, жарко мясо. Это как это говорят? Мужское дело. Мужское дело, да. А что какие тарелки глубокие супа? Подняла мне хочется по фэншую. Так надо было поднять свою попу. Я после работы. Серьезно? Да. А я... Станция вернулся, прикинь. Я уставалька. А ты, я станция пришел. А ты уже отдохнулька. Да, конечно. Да. Сейчас будем кушать, короче говоря. А имбирь тебе нести? Да, имбирь мне нести, люблю. Имбирь. А, этот, как его? Ай. Че? Кстати, молочный коктейль нести? Да, молочный ну коктейль что, как тоже нести. Вообще супер, слушай, так выглядит аппетитно вообще, умничка. Хлеб. Прям вот. Как, то, что надо вообще. Думаешь, очень. Недобно было? А ты что, еще с макаронами? Макароны конечно. Валял себе. Я вообще-то есть. А ты есть? Это у вас будете. Вот это у меня. Французский этот, как его. Потемнело что-то в видео. Это да. У тебя от голода в глазах потемнело. От голода у меня в глазах потемнело. Тоже как вариант. Ну что, кушаем? Ну, а что да? Еще? Что еще принести? Все. Все? Да, нам приятного аппетита. Не, мне еще не все. Что ты хочешь? А, перец сейчас, да, болгарский. Что это? Будьте перчик. Ксюша. Там игрушка в пылесосе застряла. А, игрушка в пылесосе. Игрушка в пылесосе? Это, нет, болгарский. Кстати, болгарский перчик вообще был предназначен для фаршировки. Да, ты бы уже весь съел. Я хотела вообще фаршировать его завтра. Все, нету болгарского перчика, не будет фаршированного. Сейчас помидорки с огурцами будем. Давай, пожелай всем приятного аппетита. Всем нам. А все, хотят делать. Если кто-то сейчас кушает, всем приятного аппетита, хорошего да. Вечера. Да. Мы отдыхаем. Да. Ребенка обидели, правда, сок ей не купили. Он да, обиженную морду. Блин. Нет, Ксюша против съемок. А как там сказал этот? А что, не накрашенная сегодня? Блогер в семье, там, или как ты говоришь всегда? Блогер дома, горе в семье. А, да, блогер дома, горе в семье. Что, давай мне, я Ксению сниму. Знаете, что прикольно, даже коты прячутся. Сейчас тоже фотку ставлю. Симбу такого вчера снимаю, он раз так, значит, спит. Значит, раз щелчок, он такой напрягся. А следующий щелчок камеры, он фигакс так рукой морду закрыл. Я говорю, даже коты даже избегают моего блогерства. Вкусно? Как мясо, макароны. Вкусно? Давайте, приятного аппетита. Все, всем пока-пока, до скорых встреч.
Короче, ребят, выключила видео, но не могу это не заснять. Мне кажется, что умею жарить мясо. Оно... Да что это такое? Как-то экран чуть темнеет. Короче, это такая вкуснятина, это просто не передать. Вообще умничка. Супер прям, вообще очень сильно вкусно. А если бы жена еще не зажала нормального мяса? А какой ненормальный? Это вообще вкусное. Прям вот то, что надо, то, что я тебе говорила. Оно такое жирненькое и вообще такое сочное получилось. Не, обалденно вкусно. Умничка, вообще офигенно. Все, спасибо. Спасибо за вечер.